процессе производства данного видеоролика был использован неоплаченный детский труд пользователя сети интернет, известного под ником Петр Ликханов или Нин. Вследствие этого качество видеоролика было ухудшено. Вы всегда можете оплатить труд детей Узбекистана по ссылке в описании. Квест прорваться в бар. Может будет на устранение какой-нибудь квест, который может сразу же закрыть будет? И доска объявлений. Обновить. А, ну да, убить мутантов это можно взять. Нет, туристов я не люблю брать. Не, я не буду. Я не буду никого освобождать. В баре. Бандит в баре. Я не очень понимаю, как это не хочу. Ну, сейчас с подруги не найдет. А, вот бандита на свалке я бы ебал. Это, блядь, его друган, то ли адвокат, мужики. Погнали. Не, я артефакт хер в жизни найду. Блять, заебись у вас кусты. Все. Двигаем на свалку. Успей перезарядиться, по идее. Блять, их две. Сука. Блин, блять. Где ППШ? Да ППШ достанься. Сдам. Правоток остановить. Живу. Да, блять, я постоянно... Да, сука, достанься просто. Блин. Аптечку вколоть. Я буду жить. Сталкеры разгрызли собаки. Я быстро же не взял сейчас, да? Я ж не отсейвился. На доску объявлений не зайти. А ебать, изменились квесты? Почтальон в бар? Принять. Убить мутатов на кордоне, да? Это я брать не буду. Дикая территория, нахер идите. Нахер громадский, нахер идите. Ну все. Леби сейчас с такими выстрелами я точно откисну от собак. Сегодня мы с тобой танцуем. И нахуй. Блять, укусила. Ну, вот раз я выжил. Но было близко. Не успел выстрелить! Сука, опять от собаки въебало получил. Да ты убегаешь. Ладно, блядь. Перевяжусь хотя бы пока. Блять, мансит собака, а я кривой. Сука, стой! О, ученые пришли, да? Да. Сейчас ее разъебут с автоматики-то. Испугал меня нахуй. Почему новичок ходит в бериле, блядь? Стоп, что у тебя? Ютос человеческий, блядь, или это вообще мурка? Поставить себе перки. Кто ты? Военный? Нельзя сохраняться пока что. А какого хуя тут делает военный, блядь? Он не дружественный или он злобный? Я не выкупаю. Чуваки? Ася? Блять. Видимо, в баре военным можно ходить. А тут аномалии наставили. Попробую еще пролезть. Блять! Блин, блять! О, вот расшотлось. Да, это военный, вот мимо меня ходят, два военных. Они почему-то мне, этот, нейтрально. Я так понимаю, что это фишка мода, что я видел что-то такое, что они в баре нейтральны всем. В баре военным можно. Нельзя.
Мне же... О! За, пол... за 2000 все же полностью заштопает. Давай. Халява. Здоров, мужик. Работа, Канти. Я говорю, работа. Давай. Вот. Блять, что... На Агдоропром. Я не пойду туда. Темная лощина, блядь. Нахуй идите. Так, ну зачистить на территории бара челов это вообще делать нехуй. Это тем более... Вообще похуй. Свободу в сопизите не буду. В дикую территорию не хочу лезть. На кордон возвращаться тоже впадло. Не, мужики. Затон. Ну, через свалку все равно пройду тогда. О, это сделается со временем. Бать тут собак. Бать полетела. Все, деньги залутали. О, господи, я мне и так по кайфу с тотиком ТТшником бегать. Блять, перезарядка. Соси. Блять, по три выстрела на такой дроби. Понял. Лучше бы сразу что достал. Все. 8000. Ну, неплохо. Ой, ебать, швейцарский нож. Деньги. Где тайник? В земле? Блять, кроличья нора, нахуй. Ебать! Я не ожидал, что такое найду. Я его медику могу взять, он, по идее, мне денег отвалит, скидка будет на будущее. Это прям хорошо. А, от кикимер отбивается, чел. Отдыхает. Отдыхаешь. Блять, мне не нравится эта аномалия. И нахуй. Давайте подсосу, пока снорка. Так, это все я заберу. Может пригодится. А ебать, издалека кабана слышу. Только я не зарядился, походу. Хорошо, что он хоть раненый был. Я выполнил задание. 5000. Не так много. А теперь время набирать кусты. Потому что мне нужно идти сюда будет. Носка объявлений обновить. Иди нахуй со своим Юпитером. Иди нахуй со своим Грапромом. Склады еще лучше, блять. Отъебись. Я ебал ваши кусты. Грапром. Пивать свободовцев, блять, рофлите. Ну руку зомби, может быть, я еще найду где-то по дороге. Можно принять на будущее. Шкуру под говна, наверное, тоже найду. Мозг контролера Херас-2 я там найду. Ебать у вас. А можно какие-нибудь другие кусты? О! А, блять, болото, заебись. Проверяй. Пошел на болото. Может, пообновились другие какие-нибудь кусты тоже? Да, спасибо, Грапром. Ну, может, вы что-нибудь другое дадите мне? Блять, нога снорка у меня была. Может, еще выпадет, возьму. Все, похер, пора идти. Да-да-да, привет, мужики. Я же не зарядился. Охеренно бегаю по зоне, блять, с разряженным оружием. Гений. Слава богу, ты ебучие свиньи. Не тупо убежали от меня. Ну, зашибись. Идем дальше, по делам.
Мне надо направо пойти куда-нибудь. Ренегаты? Сука, дед! Воплишь, блядь! Какой псевдыч! Пизда мне. Сука, я тебя убью, блядь. Я не останусь, пока тебя не пристрелю, мразь, блядь. Иди сюда. Я сейчас еще радиацию поймаю нахер. Блять, рано прыгнул. О, он уже раненый, я его убью. Давай, давай, мразь, блять. Весь израненный, блядь, ползет ко мне. Бать, он меня ударил. Ты здесь умрешь, мразь. Я не зря тос до этого чистил. Не зря до этого медицины закупался. Охуенно я его убивал ради ничего полезного. О, вот и мертвый. Посылка есть, короче, да? 12 килограмм! Тут есть запчасти нормальные? Так, вот это заберу. А здесь я все заберу. Это осечка или я не заряжен был? Вопрос. Иби сейчас в пустоту. Она выжила 100 за в упор? Все, подавлен. Халява. Выжили 12 килограмм. Ой, еще снорк. Это хорошо. Понял. Я даже дойти не успел до укрытия. А нет, я живой. Я был уверен, что я сдох. Какая граната? А, все. Так, военные агрессивны везде, кроме бара, да. Понял, запомнил. Я не попаду уже нормально в него. Не поворачивайся, не поворачивайся, не поворачивайся. Это еще один. Надо было это проверить вначале, чем 10. Деревяшки нашивают. Убил одного? Да, это выпуск с кафедры уже. У меня сборы. Одного военного мы отпиздили. Второй сейчас меня отпиздит, походу. Паные кусты. Потушил? Потушил.
Ух, сука. А, костер работает. Можно костер сохранить спокойно. Как он не выжил? Как он выжил этот кабан после сколько часов попаданий? Ебать! Начались приколы. Этот раз получится, этот раз у него все получится. Да почему не происходило? Карусель, карусель начинает рассказ. Радости и веселье. Блять, мимо. Все, блять, нахуй. А вот это что, блять, было? Почему мне не показывается, кто это? Ну-ка, я не знаю, кто это. Почти 100% бандит, блять. Нихуя себе свободовец. Ладно. Хорошо, что не начал стрелять по нему. Блять. Иди сюда. Ты мне нужна. Я хочу... Чё, блядь? Почему он уже в агре? Не видь меня. Я даже одну не убил. Блядь, пиздец. Сосать! Ой, это свободовцы, ладно, это нормально. Почему я не показываю твою шубу? Кто ты, блядь, воин? Почему я просто не вижу? Хуня, ты кто, блядь? А, ну это ученый какой-то. Где кабан, который ты ебашь? Ладно, в пизду, прости бы все. Трясущимися руками заебись вообще, блядь. Блядь, заебись. Блядь, нахуй, иди, собака. Блядь, они сейчас сидят здесь. Я буду жить. Ебать, выжил. Почему не выстрелила? У меня больше на дробовик патронов уже нету, да? Блять! Заебись, вы вбежали. А мне хилиться нечем. Ну это смерть. Полная, да, все. Чё, блять? Точно попал! Патроны кончились! Это еще одна.
Сука, я хочу жить. Танцуй, блядь. Блядь. Сука. Зарежу. Васа. Правда, если кровью стекаю, мне хилиться нечем. Сука. Стимпак. Блядь. Ну, либо она сносится сама, либо я сдох, типа тут все. Блять, беги. А, я отмахнула. Блять, эти патроны кончаются. Кто этих еще двадцатник? Заебись. Я последнюю секунду развернулся в другую сторону, я проебался. Где там сейф, насколько далеко? И собака таутирует, начинает, и в очко прилетает. Ара, блядь. Зарежу, ара. Блять, понял, меня пососал. Блять, как от... как найти этот ебучий? Блять, пиздец. Нормально. Ебать, у кошек мало хп, раз не шотаются, въебало. Понял. Кевин когда-то писал про жарки. Очень давно когда-то. Вот, видимо, и пришло их время. Ну, кнопка не горит, но пикает. Ну, кнопка не загорается, но пикает. Понял. Я теперь вопрос, где тайник? Он прямо где-то на этой поляне. Ебать. А что нахуй? Сука! Отпусти! Ебись, а как тебя убивать? Ебать, он вышел, я думал, он сдох. Я знаю, что он находит дверь новичку, до него дойти надо будет сейчас. 5400! Блять, нахуй этот квест называется брал. Патроны интересуют, блять. Мне кажется, все будет надо еще. 5000 просто, типа. Я мог бы не делать этот квест, это было бы выгоднее, мужики. Ладно. И одиночка собак. Ну, в модах он стоит рядом и охраняет, типа. Это свободовцы с мутантами дерутся.
понял. У нас тут есть? Ты бандит, ты бандиты. Солдаты есть, сука. Где жгут мой? Я все жгуты въебал. Я хуй с ним. Ебать, заебись сообщение. Военный вообще-то. Зря я сюда зашел, надо было просто по своим делам идти, а не на выстрелы. Теперь кайфую нахуй. Ой, блядь. Хотя, чё я себе мозги ебу? Я ж так могу сделать. Хотя бы. Понял. Не могу. Или это не по мне, по кабанам, блядь, летит рядом со мной. Не важно, что это происходило, но сейчас придется все равно заново идти. Ебать, три кабана, мне пизда, покажется. Еще стамин почти нету. Блять, пиздец! А. Это сработает? Он выжил, блядь, да? Может получить урон, по идее. Слава богу. Сталкеры не видят этих денег. Они стоят миллионы на большой земле. На большую землю еще нужно доставить. Этим занимаются торговцы. Они берут огромную наценку. Посредники всякие. Сталкер получает копейки. Так, во всех каноничных частях. Прочие артефакты стоят не так дорого. То есть там фигурируют цифры. Типа, это стоит там миллионы миллионов на гражданке, блять. А ты на зоне. Ну, в зоне. Не на зоне, а именно в. Здесь оно будет стоить 10 тысяч. Потому что еще туда переправить надо. И найти, кому продавать. На своем горбу ты эту хуйню не потащишь. И сколько здесь кабанов тросилось, нахуй? Пиздец, укусил, блядь, нахуй, все равно. Да ебать! Сейчас от первого же кабана откис, ёб твою мать, как же хуёво. Надо дойти, блядь, до бара. Я смогу дойти до бара, сука. Я смогу. Просто, чтобы игра не была слишком легкой, потому что ты же главный герой игры, ты убиваешь, блядь, миллиард людей. Они не делают так, что у каждого сталкера там 20 тысяч в кармане, блядь, условно. Хотя бы, ну, там, что там цен на всю хуйню, это чисто там на потрошки и на покушать, блядь. У сталкеров в кармане, блядь, 2 патрона и 30 рублей. Ну, когда есть КПК, когда вот оно выпадает со сталкеров, тут типа почему-то даже КПК не со всех сталкеров. Его оно взламывается, на нем информация тайниках, на нем бывают деньги. В модах, во всяком случае. Но это и все игры. Ну, здесь все переделывается под баланс, даже не под логику. Потому что если бы я с каждого сталкера лутал бы по нормальному автомату с нормальным количеством патронов, аптечек, блядь, и лишние там по 5, по 6 тысяч, ну, игра была бы неинтересная просто. Парфан ебало. Убить рандомного сталкера в лесу, блять, это как нехуй делать. Ебать. Нынешние игры вообще странные. Понял, блять. Мне радиация, может, из организма будет выводиться нахуй? Что за бред? Блять, ебаная радиация. О, 3600 золотал. А, я выполнил задание. Да. Все, давайте. Спасибо всем, кто заходил, кто ставил лайки, кто смотрел, кто подписался за это время.
Привет Ютубу, если это говно будет монтироваться в будущем. Нином. Всем пока.